Друзья, всем привет, с вами Ноурейн. Сегодня поговорим про сборку Сацумы в GT-комплектацию. Как видим, у нас сейчас стандартная белая Сацума. Сегодня я расскажу, как ее полностью собрать ее в GT-комплектацию, как на постере в комнате главного героя. Для этого нам понадобится найти разные запчасти на всей карте, в общем, немножечко так поделать разные дела. Вот так вот должна выглядеть GT Сацума, либо зеленая, либо красная. Для того, чтобы ее собрать, нам понадобится найти вот эту вот консоль переключения передач, руль, колеса, купить обвесы и поставить двойной карбюратор, а также клапанную крышку. В очередь для сборки GT Сацумы нам необходимо заказать необходимые запчасти. Подходим к каталогу в гараже, нажимаем каталог запчастей и покупаем здесь решетку на заднее крыло, на заднее стекло, задний спойлер, передний спойлер и покупаем здесь сдвоенный карбюратор. Приобрели, нажимаем на кнопочку, все, у нас в руках письмо, его необходимо отвезти в город к Тейму в магазин. Итак, а давайте-ка я вам расскажу еще план нашей поездки. В первую очередь, выехав из дома главного героя, мы отправимся на трек, то есть проедем вот здесь вот, вот так вот, повернем налево, как будто мы едем на город, заедем на трек и заберем запчасти, после чего вот здесь вот заедем и заберем запчасти с ржавой машины, отправимся в город, положим конверт Тейма, заедем за колесами, приедем к механику, оставим у механика колеса, вернемся в город, и в городе уже заберем нашу посылку, приедем обратно к механику, соберем нашу машину, и в принципе на этом все. Я сейчас выдвигаюсь к первой точке, а именно это раллийный трек. Так, ну а вот, друзья, я почти подъехал к ралли-треку, а именно мы поворачиваем, получается, налево на развилке, на первый из дома главного героя. И едем, как будто мы едем на трассу до города. Но тут находим вот такой сворот и поворачиваем направо. Выезжаем вот на этот трек. Едем прямо. Видим тут холм вот такой вот. Ну вот это вот, возвышенность. Проезжаем эту возвышенность вот так вот. Проезжаем. Спускаемся. Потом тут вот чуть-чуть поднимаемся. И мы приехали. Останавливаемся. Выходим и отправляемся на поиски запчастей. Нам необходимо спуститься вот здесь вот вниз. Вниз вот так вот. И тут будут лежать решетка радиатора GT, решетка радиатора. Раз. Это мы закидываем в кузов фургона сразу же. И второе, тут будет лежать тут будет лежать тахометр, который у нас в машине заменен часами. Все, укладываем это в фургон. И выезжаем на следующую точку. Теперь едем вот здесь вот к выезду на такую мини-асфальтовую дорогу. И подъезжаем к карьеру. Вот у нас карьер. Поворачиваем здесь направо. И где-то здесь останавливаемся. Выходим и отправляемся чуть-чуть повыше. То есть вот так вот поднимаемся на пригорок. И где-то здесь находим машину. Вот такую вот. То есть это Сацума. И от этой Сацумы нам необходимо забрать колесо. Это такое же колесо, как у нас, из заброшенного дома, в роли запаски играет. Укладываем это в фургон, вот так вот. И забираем центральную консоль GT, которая лежит вот здесь, вот около этой машины. Вот она, GT, центральная консоль. Как вы можете заметить, игра у меня на русском. Из прошлого обзора мода я еще до сих пор не убрал русификатор. И, наверное, даже не буду убирать. Все, мы здесь все забрали. Теперь давайте я расскажу, как найти место, где лежит эта машина. Нам понадобится программа MySMR Car Editor. Открываем ее и видим вот такое меню. Нажимаем «Файл», «Open» и указываем путь до своего сохранения. В моем случае это локальный диск C, пользователь, «Updata», «Local», «Amistage», «MySMR Car». Вот здесь вот у меня лежат все сохранения. И в принципе не везде у всех. Открываем «Default ES2 Files». И у нас появляется куча пунктов. Нажимаем Tools, World Map. У нас открывается карта мира. Нажимаем на кнопочку REST. И ищем здесь файл Junkcar 4 Transform. Нажимаем на него, и у нас помечается его местоположение. Таким образом, вот у меня карьер. И вот здесь вот находится, на этом пригорке находится Junkcar 4 Transform. Это и есть наша заброшенная Сацума. Она может появиться, в принципе, вроде бы как в любой точке, кроме болот. Приезжаем к магазину Тейма, идем к почтовому ящику около его двери и закидываем конверт в почтовый ящик. Вот так вот открываем,
Все, конверт упал, его нигде здесь нету, значит, он попал в почтовый ящик, и все, и он к Тейма как бы привязался. Для того, чтобы поехать за колесами, едем прямо по городу Пероярви и выезжаем на грунтовую дорогу. Не на трассу, а проезжаем вот так вот прямо от магазина Тейма, выезжаем на вот эту вот грунтовую дорогу и не очень-то долго едем прямо. Чтобы доехать до точки, где спрятаны GT-диски, проезжаем мимо вот такого красного почтового ящика, никуда не поворачивая, просто ехав прямо по грунтовке из города. Едем еще чуть-чуть прямо и видим здесь вот такой вот подъемчик. Это наш ориентир. То есть поднимаемся вверх, и здесь нам необходимо в любом удобном месте свернуть направо. То есть где-то вот здесь берем и вот так вот съезжаем. Проезжаем чуть-чуть прямо и находим вот здесь вот сарай. Это и есть тот сарай, который нам нужен. Заходим в сарай и находим здесь 4 GT-диска. То есть это GT-колеса из GT-комплектации, грузим их в фургон. И нам необходимо будет сейчас их отвезти механику для того, чтобы он установил на них специальную, ну как специальную, просто хорошую резину. Привозим все диски в мастерскую Флитарина и берем сам диск и укладываем его на стол к Флитарину. Именно на стол, и именно нужно, чтобы они все поместились на столе. Теперь подходим к брошюре услуг и листаем в раздел с колесами. Вот здесь вот нарисованы колеса, мы выбираем колесо Гомер-Гобра. Нажимаем, можно выбрать стандарт, либо Гомер-Гобра. Нажимаем, все. Оставляем колеса на 30 минут реального времени. И еще один момент. После того, как отдали колеса Флитарину на установку резины, необходимо забрать еще несколько деталей. А именно это GT-клапанная крышка и GT-руль. Они лежат вот здесь вот, где ржавые кузова, где автобусная остановка у Флитарина вот здесь вот. Вот тут лежит GT-руль и GT-клапанная крышка. Вот такая вот. Достаем их и тоже выбрасываем. Сюда, после чего аккуратненько обходим и забираем. Возвращаемся к магазину Тейма. По прошествии где-то минут 40-30 он вам дома на телефоне позвонит. Я это записывать не стал. Все, приезжаем, выходим и видим, что у нашего Тейма вот здесь вот, зашли к нему в магазин, и лежит вот такая вот бумажка: оплатите почтовый заказ, 2417 марок. Нажимаем на оплату. И у меня тут топливо еще, извиняюсь. Я еще это топливо не заплатил. Обходим, и здесь у нас лежат вот эти вот коробочки. Забираем все необходимые нам запчасти. Ожидаем примерно час реального времени и отправляемся к Флитарину за колесами. Перед выездом за колесами я еще советую вам сразу же приобрести 2 черных баллончика. Возвращаемся к механику и видим, что у нас сейчас полностью готовы наши колеса. То есть 4 колеса с шинами Гомер-Кобра, то есть это наши GT-диски, просто переодетые в новые шины. В принципе, мы их сейчас забираем, и это последние детали, которые нам нужны для сборки нашей машины в GT-комплектацию. Так, ну что ж, мы добрались до дома, я выложил все запчасти, и давайте приступать к сборке нашего автомобиля. Первым делом я бы поменял карбюратор, а также клапанную крышку. Открываем капот. Капот открыли и снимаем старую клапанную крышку ключом на 7. Вторую клапанную крышку. И устанавливаем новую GT. Берем. И оп, устанавливаем и снова прикручиваем ее опять болтиками на 7. Теперь переходим к замене карбюратора. Нам понадобится ключ на 8. Берем и откручиваем 4 болта, удерживающие карбюратор. Крутили болты и снимаем карбюратор, и выбрасываем его, и устанавливаем новый сдвоенный карбюратор. Точно так же его подносим, вот так, примеряем и устанавливаем. На нем у нас тоже один регулировочный болтик. Он закручивается точно так же 4 болтиками на 8. Установили, прикрутили карбюратор. Теперь необходимо его настроить. Берем отвертку и настраиваем его, как в моем гайде. 44 раза на себя, 24 раза от себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 76, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78,
от себя 24 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Готово. Теперь можно завести машину и проверить, насколько вы хорошо настроили карбюратор. Садимся и запускаем. Машина запустилась и работает нормально. Если у вас все так же, значит, вы правильно настроили карбюратор. А теперь приступаем к следующему действию. Под капотом у нас все, можем капот закрыть. Далее давайте поменяем решетку радиатора. Для этого необходимо взять ключик на 6 и открутить два болтика вот в этом вот месте. Первый с этой стороны, раз. Второй вот здесь вот, с этой стороны, где-то здесь, два. Откручиваем их, снимаем старую решетку радиатора и устанавливаем новую GT. Устанавливаем и прикручиваем те же самые болтики. Теперь давайте установим передний спойлер. Берем, подносим его каким-либо вот таким краем, устанавливаем, все, он на месте. Переходим к задней части. Сзади нам необходимо установить вот такую вот решетку на заднее стекло. Подносим, положение. Все, установили. Теперь берем задний спойлер и устанавливаем. Готово. С внешкой и с отцумой практически все. Осталось установить внутренние запчасти и колеса. Нам понадобится ключ на 10, чтобы поменять руль. Заходим в машину, откручиваем старый руль, посередине гайка на 10. Открутили, снимаем старый руль, выбрасываем, берем новый GT, залезаем в машину и где-то вот здесь устанавливаем и прикручиваем. Готово. Теперь поменяем центральную консоль. Берем ключ на 6. И откручиваем три болта на старой вот этой коробке передач, точнее переключателя. Удаляем старую коробку, выбрасываем ее и берем новую центральную консоль. Аккуратненько подносим, устанавливаем и нащупываем точно те же самые три болта. Иногда болтики бывает нащупать непросто. В нашем случае они вот здесь вот снизу, и добраться до них не так уж и легко. Делайте это из положения, которое сейчас показано на экране. Закрутили. Готово. Мы собрали внешнюю часть машины. Теперь давайте поменяем колеса. Для замены колеса нам понадобится домкрат. Берем, подтаскиваем его. В моем случае я сделаю чуть-чуть попроще. Я потащу его к этой части машины и наберу. Поднимаем машину, берем ключ на 13 и откручиваем 4 болта на колесе. Снимаем колесо, выбрасываем и устанавливаем новое Гомер Кобра, а именно GT-диск. После чего также закручиваем эти 4 болта. Прикрутили. Сейчас я повторю эту манипуляцию со всеми колесами. Итак, друзья, в общем, сборка машины в GT-комплектацию практически завершена. Осталось ее покрасить и установить тахометр, про который я совсем забыл вам сказать. Только вот сейчас на записи вспомнил. Берем ключик на 7. Вроде бы как. Берем ключ на 7. Открываем дверь, садимся и откручиваем наши часы. Лучше всего это делать со стороны капота. Вот так вот присев. Находим здесь болтики. Выкручиваем их. Снимаем часы, достаем их из машины. Вместо них устанавливаем тахометр. Заходим со стороны водителя. Оп, установили. И закручиваем его точно так же болтиками на 7. Готово. Сборка машины завершена, осталось только ее покрасить. Садимся в машину и выезжаем к механику. Привозим машину к флитерину, выходим и идем оплачивать. Заходим, видим брошюру услуг, и вот с главного пункта отлистываем в раздел покраски. Это вот такой вот раздел. Находим здесь Original Job. Нажимаем за 13900. Нажимаем вот на эту кнопочку. Все, машина у вас остается здесь. Оставляем машину и уходим примерно на 1.5 часа реального времени. Примерно через 1.5 часа реального времени приезжаем к флитерину и видим, что машина у нас покрашена. Вот такая вот она, у нас она красная, но существует еще зеленая. Кстати, вот так она выглядит.
Но в нашем случае у нас красная, но остались некоторые детали, которые мы с вами еще не докрасили. Поэтому отправляемся домой. Приезжаем домой и приступаем к покраске некоторых запчастей. Для этого нам необходимо достать наш пакет для покупок и достать оттуда один баллончик с краской. Почему нельзя было это сделать сразу? Поскольку при отдаче машины в мастерской на покраску они снова станут белыми, либо перекрасятся в какой-то другой цвет. Снимаем передний спойлер, берем баллончик, нажимаем F и просто пшикаем на спойлер. Спойлер стал черным. Берем, возвращаем его на свое место. Готово. Теперь идем к задней части. Снимаем задний спойлер и точно так же перекрашиваем его. Устанавливаем на место. Готово. В принципе, наша Satsuma GT полностью собрана. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Новый Рейн. Сегодня мы собрали GT Satsuma. Я благодарю всех за просмотр. Всем удачи и всем пока.